И снова здравствуйте, всем привет! ZBrush Blender — это класс, но вот новая идея меня захлестнула. Значит так, вот пришел племянник вот с такой вот гитаркой на празднике. Я попросил его на неделю мне ее оставить. И что-то начал лазить, смотреть, что тут да как. Это лады, это значит струны, это деки. Тут струны одной не хватает, но мне в принципе струны и не нужны были. Я полазил, посмотрел информацию. Ну, ничего, тут побрынчал где-то минут 40. Ну, информация, конечно, не такая, что прям там Dynamesh, ZRMesh, вот эти все функции, плагины. Тут, конечно, объем побольше будет. Слуха у меня, кстати, тоже нет. Итак, вот такую вот гитарку мне средний племянник подбензил. На, дядька, типа, пробуй, смотри, что тут да как. И ради чего это все дело, хочу вот одну вот эту вот мелодию изучить. Ну и разобраться, что тут как, для понимания, для личного, так сказать, образования. Вот эта вот мелодия. На ней, вот на этой гитаре, все это дело хочу повторить урок, ролик, но для начала нужно понять, как тут все работает, что вот 40 минут я сижу за гитарой, и единственное, что я вот еще попробовал, это вот эту штуку. Сейчас сбивается рука, говорю, ну, 40 минут — это не вся жизнь. Короче, вот такая штука, надо это все дело отшлифовать, наработать, чтобы все это работало. У меня эта рука не слушается еще, как там переходы, я не пойму. И эту вот тоже нужно набивать, смотреть, как там что работает. Постараюсь с этим делом разобраться. Ну, кому интересно, ролик еще будет в процессе, как неделя может пройдет, как 2 недели пройдет, и что будет с этим делом происходить. Кому интересно, следите. Кстати, все по 3D-шке еще буду снимать, пробовать тоже там что-то, находить информацию. Все, всем пока, до свидания.